Идем. Простите, мэм. Что? Вы в трусах? Конечно, в трусах. Хорошо, проходите. Спасибо. Черт! Господи! Нет, на пляже гораздо лучше. Сейчас я покажу тебе, как сучки спускаются с горки. Вот, блин! Матерь Божья! Остановите меня! Привет! На пляже можно купить разные еды, бутербродов, чипсов, конфет, печенье и прочего дерьма. Знаете, там есть бар. Вы туда идете? Нет, я уже поела. Не надо меня обманывать. Простите. У вас одна шкура и кости, посмотрите на себя. Женщина должна быть в теле, а вы что? Кожа, кости, кости, кожа. Я не могу на это смотреть. Вы знаете, я думаю, что Бог создал нас именно такими, какими мы есть. Я христианка, так что не надо обвинять Бога в том, что вы так выглядите. В этом виноваты только вы. Я всегда говорила Норбиту, надо есть столько, сколько хочешь. Неужели? Скажу вам по секрету, иногда я просто не могу от него отделаться. Он так меня любит. Иногда он любит меня всю ночь. Совсем немного. Распутье было такой любвеобильной. С Рождеством! Нет. Эта любовь длилась годами. Стоять! Опять! И со временем становилось крепче. У каждого должно быть свое место. Наконец-то. Я могу дышать. Представляю, если бы я выглядела так, как вы. Он бы даже не взглянул на меня. Он бы просто не заметил меня в постели. Я просто не могу понять, как вы довели себя до такого состояния. На вас не посмотрит ни один нормальный мужик. Ладно, пойду возьму что-нибудь поесть. Да? Только что? Черт!